Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Троликс 12, и сегодня мы с вами поговорим о Мисе Прайм. Как видите, видео я записываю сразу, как только у меня появился этот фрейм, я поставил его в крафтик и сразу же рассказываю вам, где я брал какие части на него, где брал какие реликвии. Итак, начнем с того, что я вам расскажу, какие вам нужны будут реликвии для того, чтобы выбивать компоненты чертежа. Первая реликвия, которая нам понадобится, это Neo М2. Это система Мисы. Обязательно должна быть сиялка. Лид М3. Нейрооптика. Тоже должна быть обязательно сиялка. Третья реликвия, которая нам будет нужна, это реликвия Акси H4. С нее выпадает каркас. И последняя реликвия Neo Z2. Это чертеж должен быть сиялка. Теперь я вам расскажу, где я брал нужные релики. Перво-наперво я покупал их в синдикатах. В стальном меридиане мне выпало 2 нужных релика. Следующий нужный мне релик я заработал на элитной резне. И последний релик, которого мне не хватало, я заработал на добыче криотика на соответствующей планете. Ну, конечно же, это все не принципиально. И эти реликвии вы можете выбивать просто на планетах. Например, хотите нафармить реликвии Ли. Идете на раскопки на Землю, ставите экскаваторы, 3-4 экскаватора, и по идее вам выпадает релик. Конечно, то, что выпадет именно нужный релик, шанс небольшой, но выбить можно всегда, поверьте. Также, соответственно, за другими реликвиями ходим на другие планеты. Мне нравится лично ходить на раскопки. Лично я выбил Мису все части, не напрягаясь, за 2 дня. Так что, если у вас есть желание и вы не хотите тратить деньги на покупку этого фрейма, вы можете его легко самостоятельно вывести. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. С вами был Троликс 12. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока. Всем удачи.